Вайб. Где бы я хотел отстроить свою крепость? Ну, мне нравится либо сфера, либо ватерплен, либо же все-таки аутпосты. Где-то вот тут вот, на воде. Угу. Вау. Композитный лук сходу. Ух ты. Ха. Вот это мне нравится. Ой, револьверщики, это, конечно, классно. Это очень классно, потому что ревик я тоже не изучил. Ебой! Надо хиляться и ныкать. Или строить дом. Сюда тебе бежит залутанный. За мной бежит с ножом. Всем привет, дамы и господа. Ролик через 3 дня. Не удивляйтесь, ваши лайкосики очень меня мотивируют. Совсем скоро нас будет уже 70 тысяч. Это просто нереальная цифра. Серьезно, спасибо вам огромное. Не забывайте ставить лайкосик, если данный ролик вам понравился. Кстати говоря, я читаю все ваши комментарии, и некоторые из них могут попасть в топ-10 следующего ролика. Угу. Вступайте в группу ВК, добавляйтесь на мою страничку и бла-бла-бла. Приятного просмотра. Забрав весь утец, я отправился на аутпост, чтобы обменять камень на дерево и начать строительство отеля. И так как у меня был скраб, я изучил ревик и отправился искать место для постройки. Так, ревик бы... Патронов все равно нет. Стрелять не из чего, поэтому изучаем ревик. Покупаем побольше дерева и идем строиться. 8000 дерева. Мне кажется, этого вполне хватит для отстройки дома. Я могу сейчас еще и арбалет себе скрафтить. Отстроился бы я где-то вот здесь, на воде. Мне кажется, тут должен быть бомжеспавн где-то. И типа будут приходить и как раз попадать на мой отельчик. Будем как-то пытаться постояльцев приманивать. Держи. Держи. Вот оно, то самое место. Вы посмотрите на них. Сюда стенка нужна. Все отлично. Как-то вас многовато, ребят, не? Я умер. Тут оказалось слишком много людей, но я не расстроился и пошел искать новое место для строительства. Вот и отстроил я свою крепость топовую. Только вот это, мне кажется, надо улучшить в это. Дверку. И все. Оп. И шкаф открыт. Эврика. Чего? И это все с одного бота выпадает? Хорошо. У меня есть теперь бензопила. Мишаня нам сейчас пригодится. В принципе, можно домой относить, потому что типов очень много.
100 топлива, 3 печки сейчас намутим. И все. В принципе, я готов к отелю. Ну все, пора печки выставлять вот сюда. Можно заправлять. Пока можно вот сюда поставить. Тут будут плавить. Там буду еще что-то делать. Посмотрим. Теперь мне нужен скраб. Все. На этом, в принципе, постройка дома у меня закончилась. Отдыхать. И ты тоже отдыхать. Гаражка. И двушка. Двушка, гаражка, гаражка, двушка. Отлично, тут есть спавн. Это означает, что у меня будут постояльцы. По-любому. Нормально тут лута. Хорошо пофармил. Сотка скрапа у меня уже есть. Не, ну сюда мне надо будет вернуться. Тут слишком много живности, которую мне нужно выфармить. Прям всех. И у меня уже есть сотка скрапа. То есть мне нужно поставить первый верстак. Я уже смогу скрафтить и ревик, и патроны, и так далее, и тому подобное. И арбалет, это топ. Чем, наверное, сейчас я и займусь, пока ночь. Так как я догадывался, что на строительство и содержание отеля придется очень много нафармить, я взял в напарники самого лютого фармера на районе. Но для друзей он просто пончик. Ну все, ты готов строить отель? Ну, я не знаю, посмотрим. Я не понял, где позитивный настрой? Ты готов строить отель? Мне спать скоро надо идти. Ну все, мне придется тебя серпом сейчас зарубить. На! Друг идет, минус. Друг с дома, по-моему, стрелял. Да, с дома, с крыши стреляют. О! Голову дал? Кабан. А. Справа тебе придется. На берегу, лук, 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 на берегу. Я видел, видел, видел. Мне голову дали, меня с ваншотили. Граната! Он возле меня за деревом стоит. А, понимаю. Понимаю. У него дерева много, брат. Мы побежали искать еще файты, ведь нам нужны были пушки, чтобы очень много отфармить на постройку отельчика. А, антиранчик с ганом, походу, на вертолете клановом. Где там лучник стрелял? Да-да-да, смотри, там наверху тип. Пойдем, пойдем, походу его там жестко прессуют. Справа еще вон, челик. Вон, там еще челики. Нас запушат, если мы этого убьем. Ой. Это по мне. Да, это по мне. Нам надо отходить, чувак. Там перед домом тип с берданкой. Вижу. Да, у голову убил. Вижу, вижу, вижу. Есть бомж, там бомж снизу, бомж снизу. Берданка по мне, хуянчик. Убил. Одного. Я ревик утащил. Хорош. Я лоу. Там сейчас этот, берданчик. Типы выходят с луками. Одного хит, да, убил. Убил. Еще один. Убил второго. Хорош. Два ревика и двушку украл. С патронами. Хорош. Можно убить этого типа. Можно, надо, чтобы он подпушил, либо обойти его. Обойти его. Видишь того, Титанин? Слева, слева вижу. Уйди, 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 назад, назад уйди. Ой. Уходи, 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 уходи. Я ему хит дал. Тихо. Пушит кто-то, дядь. И не один. Одного он положил, который на мне. Еще убил. Вот вам граната!
Я его взорвал. Мужик, я бегу, квадрант. Убил! Я его взорвал, слышь? Бегу, чувак, я рядом уже почти. Сзади. Вижу бомжа, ты по нему стрелял вроде. Он живой. Черкашом. Знаю, знаю. Два бомжа снизу. Надо отходить, мужик. Трупы, иди полутай внизу, я поприкрываю пока. Они ниже меня, трупы. Там два бомжа и один арбалетчик, я ему два щита дал. Вижу. Ты все полутал? Берданка. Да, Берданка. Все, уходим, 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 уходим. Мы немного пофармили, и я начал планировку отельчика. Как он должен был выглядеть, я даже и не представлял. Я могу пристроить все-таки к основе своего дома. То есть, так вот сделать. Здесь у меня будет вход. Так. Потом вот так. Здесь у меня будет это. Здесь это. А вот здесь... И сколько придется мне потратить камни на этот дом, это жесть. Ну, этого мне даже наполовину того, что я строил, не хватит. Придется знатно пофармить, чтобы отстроить этот отельчик. И тут понеслась самая веселуха. Я фармил, строил, снова фармил и снова строил, пока не отстроил вот эту красоту. Оставалось дело за малым. Развесить таблички, назвать отельчик и сделать записки, в которых будет указаны пароли от комнат. Выставить цену и так далее. Так, пока пойдет. Пока, в принципе, пойдет. Оу. Hello. Это вполне возможно новый постоялец. Hello. I'm friendly, don't worry. I want to come look at the hotel. Yeah, no problem. Is it safe? Yeah. You can buy guns? Okay, wait. Oh! Oh, that's like your secret back. You can buy guns? If you need. Yeah, that's cool. I buy this. I wanna have a look. And then I'll give it back to you, okay? Okay. Yeah, okay, no problem. You buy room number 3? Nice! I can place furnace and more stuff if you need. Just tell me, okay? Okay. There. Oh, where? Put it like in the middle of there. Yes? Yeah, thank you. Yeah, yeah. Thank you. And. Oh, wait. For you. Can you just write my name on it? Your name? Bright? Yeah, in green. Like green. Yes. Yes, I like it. Beautiful. Thank you. No problem. Goodbye. Goodbye. Вот и первый постоялец, это очень круто. Это очень-очень круто. Но я чувствую, с таким успехом мне придется отстраивать второй и третий этаж. О, так купили комнатку за 3000 дерева, ничего себе. This not trap, right? Yes, not, not. This not trap. No trap, no trap. No trap, don't worry. Friendly hotel. If you need, leave here. Bye, not. One room for what? Yeah, you can check room. Come. Can I take a look at the rooms? Oh. Yeah, no problem.
Room 1 and room 2. Can I see the room from inside? Yeah, why not? Nice. Why there's no furniture? There's no furniture. I can place furnace and more stuff if you need. We need furniture. What? Oh, what? What the fuck? What is this? Oh my god. Hello, boys. You're so funny, boys. You, what is this? Seriously. It's so funny, dude. Hello. Is it funny? Is it funny? Yes. No, he's friendly. Why not? No. He's friendly, we friendly. Can I buy a room? You can check. Why not? We work at Walmart, so we live pretty close. Ну это какие-то сильные постояльцы. Ну такие постояльцы, которые с пушками очень хорошо. Они смогут отбивать мой домик. У меня теперь деревце халявное. Это очень круто. 10 тысяч камня кушает мой дом. Это жесть. I need room service, room service. Окей. Room services, please. Room services, please. What you need? Please, room service, please. I... My friend is coming here. Where is the bed? I want... Oh, beds. yeah, of course, of course. It's the... Три комнаты распроданы. Как-то очень быстро. Я только открыл отель, и сразу три комнаты купили. Шло время. Я добавил еще три комнаты, и появились еще новые постояльцы, и уже русские ребята. Но мне нужны были ресурсы и второй верстак, поэтому я отправлялся на поиски замесов. Далеко собрался? Блин, надеюсь, по мне не будет стрелять аутпост. Стреляет по мне, понял. Да уж. Походу, НПЗ-шку я никогда не куплю. Вот это у вас здесь, конечно, житуха. Лодка плывет, смотри. Тихо, топляк плывет. Поехали. Ушел. Топка приехала. Надо домой лететь. Можем матерплен прямо сейчас полутать в комнату. Прыгай. Красную карту взял? Отлично. Да, мне не надо. Вы лучше себя собираете, вам же тоже крафтиться надо и так далее. Не, ну смотри. Чисти, ёпта. Нормальное вступительное начало диалога. Ну скажи, ну я в ролике прошу тебя. Кто его знает? Are you fucking seriously? Во! Теперь все выглядит очень даже красивенько. Не всегда постояльцы были адекватными, попадались иногда вот такие вот свинки. Yeah.
Honestly, man. You got him, you got him. Good job. No, 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 no. Hey, why you kill me? Why you kill me? You're gonna pay for that day, man. You're gonna pay. I'm gonna... So easy, boy. What the fuck, man? Why did you kill me? What the fuck? Hello. You fucking seriously? What is this, my friend? Пончик, ты видел, что они сделали? Выходи в холл быстрее. После всего этого фана мы погнали искать файты, чтобы раздобыть побольше пушек, потому что пушек у нас было очень мало. С другой... Ротан какой. Чего? Я внутри хаты. А, стой, тихо. Да я. Тут нет трапов. Есть трапы. Знаешь, в чем проблемка? Тип на улице идет ко мне. Тебя прыгают. Он к тебе. У тебя. О, нормальный буст. Отсюда, подожди, сюда не прыгай. Смотри, я сейчас сломаю тут фундамент под этим. Thank you for boost, my friend. Thank you. У тебя есть чем еще доубить, или это последний топор? О, ну карга нам бы не помешала разок залутать. Главное, чтобы мы долетели, типа, нас... Вон, смотри, смотри. Ты сразу умер? Я улетел спокойно. Минус раз. Минус два. Минус три. So easy, boy. Предлагаю идти отсюда. Тут коптер есть, полетели на нем. Прыгай. Рум 5, рум 6, рум 4. Так, я вот что думаю нужно сделать. Нужно ставить верстак и изучать сочельку. И идти рейдить моих соседей на воде. Пока они не обустроились, нужно это очень быстренько делать. Отлично. Да, ну поболок у меня много получается. Я собрался на рейд наших соседей, которые мешали нам все время играть. И накрафтил очень много бобовок. Все это время они пытались выдолбиться в комнаты копьями и приходили снова и снова, и поэтому я решил их немножечко наказать. Пока пойду потрачу двадцатку, думаю этого... У них, в принципе, небольшой домик, но... Ну, я уже гаражку у них вижу. Тут еще дверь направо. Гантрап. Разряжен, да? Ага, это у них выход на крышу получается. Блин, если буду тут стоять, меня убьет. Разбайтить его можно? Походу нельзя. Мне, походу, еще сочельки нужны. Одно хп.
Все? У них открыто тут лутовая? Шкаф. Дверь. Теперь это дом мой. Так, надо бы... У них ЛР-ка была. Бурчик. Ну все. Теперь это моя хата, ребят. Спасибо. Блин, надо было посмотреть, что на спалках написано было. Не, ну табличка реально красивая, да. Шедевр, художество, я бы сказал. Бегайте, бегайте, пацаны. А я пока ваш дом заберу. Еще один такой костюмчик. Антирады. Вот то, что тут ЛР-ка есть, это вообще топ. ЛР-ка и шприцы, которые я потратил. Не, ну... Фьюзов много, да. Компонентов не особо. Зато тут камня много. Ровно столько жрет мой дом. Вот ровно столько камня хавает мой отельчик. Так, я еще и окупился по пороху. 3500 пороха. 300 скрапа. Класс. Вот так вот. Пацаны улетели, а я забрал их дом. Вот и все, ребят. Спасибо за хату. Большое, огромное спасибище. Ну а на этом история подходит к концу. Пишите в комментариях, удалось ли мне передать атмосферу данной игры. И понравился ли вам мой отельчик. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.